дата в истории – 20 марта 1944-го. Партизанский отряд Якова Мухина вошел в Каменку. Красная армия на подходе. Это начало освобождения севера Приднестровья. Об этом сегодня рассказывали школьникам и студентам в Каменке. Там прошла лекция от исторического портала. Каменка – дом культуры. В зале студенты и школьники. На сцене историки рассказывают о весне освобождения. Год 1944. Партизанский отряд Якова Мухина вступил в Каменку. Подпольщики взяли под контроль стратегические объекты и несколько дней сдерживали атаки фашистов. И дальше танковые войска 29-го танкового корпуса Кириченко двигаются дальше на Каменку, где Яков Мухин с подпольщиками из Северяновки, в составе которого были жители не только Северяновки, но и всего Каменского района, да, для того, чтобы успеть им на помощь. Урок истории от Александра Корецкого, журналиста информационного агентства «Новости Приднестровья». Историю изучает больше 20 лет. История – это цементирующее такое явление в жизни каждого общества, поэтому это не просто вот есть расхожее мнение, что без прошлого нельзя знать будущего. Нет, это действительно так, но есть еще самая главная мысль, самое главное значение истории. История – это как некий внутренний мир, коллективная память, которая формирует не только сознание молодых людей, но также некие, ну, скажем, создает некую опору, ощущение опоры на опыт предков. Лекции от исторического портала. Десятки статей, документальные фильмы, подкасты, а еще редкие документы, фото, старинные географические карты. Все можно найти на сайте. Там только проверенная информация. И вот почему это важно. Костел в селе Рашков был построен в 1786 году. Здесь утверждается в этом пункте, что 275 лет назад была построена синагога тоже в селе Рашков. И она являлась местом духовной жизни еврейской общины. То есть, согласно этой информации, синагога появилась в 1749 году. На сегодня нет никаких достоверных исторических научных данных. Очень много есть домыслов, очень много есть искажений. В настоящее время работы коллег и наша работа с источниками информации, прежде всего с архивами, с информацией, получаемой при помощи археологических изысканий, она говорит о том, что очень многое нам до сих пор было неизвестно, и эта информация нам как раз помогает понять все те детали, все те особенности истории нашего края, которые иногда, в том числе и абсолютно, скажем так, меняет представление об его прошлом. Была и викторина, когда основали Каменку, или какой герой Советского Союза родился в селе Кузьмин. За правильные ответы – призы, футболки с логотипом исторического портала. Я сегодня очень много узнал. Для меня, на самом деле, очень важная история родного края. Я могу больше узнать о своих предках, о своих земляках, которые совершали великие поступки во время Второй мировой войны. Это была первая лекция от исторического портала. Проект продолжит. Такие уроки истории планируют проводить во всех городах Приднестровья.